Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 9 сентября. В этот день у предков наших примет было немного. Но вот если подмечали они, что на рябине ягод много, ожидали заморозки и дождливую осень. А вот если гром прогремит, то зима наступит не скоро. А какая же погода ждет нас завтра, 9 сентября? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Будулан Агинского района Забайкальского края лето пока отступать не спешит. Ожидается плюс 32 и яркое солнышко. Правда, ночами уже довольно прохладно. В селе Тугияны Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа потеплеет. Уже плюс 9. Так не успеешь оглянуться, как зима наступит. В селе Зареклей Старокулаткинского района Ульяновской области погода испортится. Похолодает аж на 5 градусов, до плюс 10. А вот послезавтра есть возможность увидеть яркое солнце. В деревне Боровня Солецкого района Новгородской области плюс 13 градусов. За окном ясно и без осадков. Но это пока. Послезавтра без зонта из дома не выходите. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!